Вот еще, ребята, сумка. Тут шляпка такая. А тут что-то такое. Пакеты. Пустая рамочка, смотрите, под старину сделана. Такая со стеклом. Обрамление такое под фотографию. Теперь колбаса. Пуфуэр экстра. Это, кстати, такая колбаса, знаете, которую надо на 160 грамм. На 100 грамм колбасы надо 160 грамм сырого мяса. То есть это высушена на воздухе колбаса. Вот она. Дальше вот такая штучка, это от формы. Разъемной, круглой. Ребята, смотрите, какое зеркало. Шикарное, просто с ангелочками. Смотрите, какое зеркало классное. Вот. Тут такие ангелы. Или мужчины дерутся. Просто шикарное. Вот это да. Сзади такое бахрома, и оно вешается на колечко. Обалденное зеркало. Это значит для душа такая штука. Это разбрызгиватель воды. Тут кнопочки, переключатель, как вода должна течь. Такая вот фирма. Это колготки. Это, я так понимаю, натуральное моющее средство. Кто таким пользуется? Вот две бутылки. И Палмолив. Это, наверное, шампунь. Или мыло для рук, или шампунь. Так, тут теперь вот такой чайник. Электрочайник. Сильвер Крест. Теперь вот такая интересная шухлядка. А вот еще такое средство какое-то для мытья посуды. Такие красивые салфетки льняные. Пакеты, бутылка шампанского. А вот это, я не знаю, целые тюбики, вот такие нитриус, крем. Разные вот такие. Целые два пакетика. О, это для меня. Ой, красота какая. Смотрите, какая штука. Лебедь, там церквушка, охотник с собакой, девочка бежит с козой и маленького ребенка Татьяна за собой. Смотрите. Сделано в Ингланде. Такая глубокая тарелка, то ли для салата, то ли для чего-то. Шикарно просто. Что ж это на новую почту пришло, непонятно, ребята. Смотрите, такие железные штуки. Три штучки таких. Тут такие металлические какие-то штуки еще есть в нем. И вот такая штука, смотрите. Кованое что-то. Наверное, так как-то ставится. Смотрите, да. Точно. Как здорово. Оказывается, вот эта штучка отсюда. Из вот этой круглой штуки. Видите, я доставал тогда.
Вот, и вот эти ножки, это ножки, они прикручиваются к вот этой штуке. Получается такой, как журнальный столик. Следующие сумки, вот такие сумки. Ого! Тут сумка туалетной бумаги, или это бумажное полотенце. Целая сумка бумажных полотенец. Так, тут целая сумка. Вещей каких-то. Допустим, что это? Зубами открыв. Тут какой-то брезент, чехол. Чьи трусы резиновые. Что-то такое. То резиновые трусы, а це шо? И это что-то резиновое, смотрите. Чиливчик. Ну как трусы. Трусы и лифчик резиновый. Это вещи. Тут куртки, все такое, но это я не буду обозревать. Это на новой почте сами разберутся. Так, дальше вот такая сумка. Это рюкзак. Пустой рюкзак. Какие-то сумочки, ребята, смотрите. Пустой рюкзак. Теперь вот такая сумка женская. Битком набитая. Смотрите, какие сумки красивые. Но женскую сумку я лезть не хочу. Так. Так, а тут зонтик леопардовый. Тут еще сумка, в сумке что-то есть. Тут шапочка. Какие-то с бирками. 139 евро какая-то сумка. Ну, там чек. 139 евро. Короче, тут какие-то сумки. Это личные вещи. Следующая сумка, ребята. Вот такие вот резетки. Видите? Немецкие. Целый набор. Вот он тут. Вот такой моток ниток. Это как, знаете, бичева называется или бичевка. Такой моток ниток. Так, тут что-то такое, смотрите. То ли трусик, то ли пеньюар. Вот такая вот выбивка. Смотрите, какая красота. Ух ты, вообще. То ли это фартук. А, это фартук, ребята. Может, это буфетчица? Фартук на буфетчице, смотрите. Шляпа. Идет сюда вперед. Вот смотрите, фартук и шляпа. Надо на грудь что-то одеть. Дальше идут такие... Ух ты, это такая выбивка, гляньте, старинная. Это, кстати, все ручная работа. Вот такие ленты какие-то. То ли это на колготки, на ноги, знаете, вот одевают такие ленточки. Типа подвязки. Смотрите. Такие... А, это знаете, что... Ух ты! Смотрите, это постельное белье выбито вот таким. Это, кстати, ручная работа, ребята. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, на пуговичках. Да, это набор постельного белья. Но вот это непонятно, рюшечки для чего. Для чего вот эти рюшечки? То ли они как-то пристегиваются к белью, то ли еще что-то. Это от постельного белья набор. Вот смотрите, какой набор красивый. Траумесус. Смотрите, какая красота. Ух ты, выбита как ангелочек голый. Это то ли подушки, наволочка на подушке, наверное. Смотрите, какая красота. Я такое первый раз вижу.
Вот тоже то ли шторы, то ли что. Смотрите, одна такая сумка. А одна такая. Карл Лагерфельд. Это такая сумочка. Потом такое что-то, знаете, типа как на подиуме ходить. Вот такой, типа кошелечек или что-то такое. Знаете, из высшего цвета, так и под вечернее платье, под блузку. Тут, ребята, какая-то то ли скатерть, то ли что это. Смотрите, какая шикарная. Такого золотистого цвета. Опа. Шаль. Оренбургская пуховая шаль. А вот это, мне живот, ребята, его надо высосать быстро или пасаться вместе. Вон требуха. Фу, какая гадость, ребята. Это надо убирать. Смотрите, ой, тут сколько всего. Еще одна вот такая скатерть. Смотрите, какая она шикарная. Вот. Еще одна вот такая. Золотом. Это скатерти. Как из Версаля. Красивые. Это изоленты моток. Так, теперь. А, ребята, это, наверное, от вот этого... столика, есть там такая штучка на низ ставить, типа как еще один ярус столика, вот это от того, что я показывал. Это разъемная форма была, это ее верх. О боже. На мраморе, смотрите, такая собака. Это мальчик. Точно. Такой красивый мальчик-собака. Шикарная вещь. Тяжелая-тяжелая. Такой, если стукнешь по башке, то насмерть. Обалденная. Смотрите, какой грустный взгляд. Она что-то хочет, эта собака. Непонятно что. То ли она сердитая, то ли что-то она увидела. Красивая собака. Через плечо на цепочке. Сумки. Ой. Сумки, красивое женское белье. Вот так, наверное, одевается как-то. А не, вверх ногами. Вот так, ребята, ну сейчас померяем. Новая почта дала добро. Будем мерять. Даньте. Та, где у меня грудь? Казали грудь, где? Пустий лифчик. Что я туда вставлю? Нема? Ничего нема, ребята. Пусть, ой, бретелька растянулась. Надо ходить так дальше. Еще один такой девица. Это какая-то вышитая. Ой, это трусы, ребята. Но они чистые. Это тоже такой лифчик. Это я качки на глаза. Это туда комплект. О, это купальник. Это видно, женщина ехала на море, и где-то ее сумки не дошли. Смотрите, цветастый такой купальник яркий. Так, еще один, ого. А это как велюровый, знаете, как плюшевый мишка сделанный лифчик. Из плюшевой ткани. Это жвачка Дирол. Мабуть, женщина занималась интимом, поэтому не была жвачка на всякий случай. И пластырь, потому что на каблуках бегала. Пластырь, жвачка и трусы. Джентльменский набор. Так, это туда все. Боже, в женской сумочке может поместиться сколько белья. Так, ребята, это инсулиновые шприцы. Это я уже просто знаю. Это целый комплект инсулиновых шприцов. Это оливки. Смотрите. Это оливки, такие типа, знаете, вакуумированные. 1,99 евро стоит. Такой набор. А вот эта штучка, она отсюда. Она вот, эта штучка, я так понял, да.
ставится сюда. Вот видите, ей место. Так, дальше что тут? Уже как шикарно. Смотрите, какой кубок или ваза, что это такое. Или глечик для молока, то есть что-то такое, с чего наливается, как лампа Аладдина. Смотрите, какая красивая. Это медь, по-моему. Или медь, или что-то другое. Очень красивая. Кубок. Это, ребята, для чего-то подставка. Это видно, знаете, поливалку ставить, подставка. Или там цветы в горшочек высаживаются, или что-то такое. Очень интересная вещь. Видите, как оно сделано так плоско. Так. Тут шампунь. Препаратур. Лореаль. Это кофе. В зернах. Вот такой. Это надо молоть. Полкилограмма. Это льняное масло, по-моему. То ли лен нарисован, то ли это лаванда. Линол. Наверное, лен. Какая бутылка. Так, тут теперь... Ой, тут, ребята, какая красота, смотрите. Какой-то сервиз. Это, значит, таблетки Nutrilite. Какие-то. Это, я не пойму, что это. То ли бабочек ловить, сачок, то ли что-то. А, жаба, смотрите. Смотрите, какая прикольная. Жабка, ловище, наверное, мотыльков или что-то такое. Мне надо ноготь оторвался. Суперская. С очком. Так. Это я не знаю, что такое. Может, кто-то знает? Вот это вот я не знаю, что это такое. То ли лекарство, то ли что-то непонятно. А, тут что-то открыто. Это, наверное, ингалятор в рот, ребята. Брызгать. Это, наверное, астма. От астмы. Да, это колпачок. Брызгать в рот. Вот. Точно. Я такое видел где-то. Это, смотрите... Штучка. Хоба. Мусорное ведро. Ребята, а в нем что есть? Ну, подождите. А в мусорном ведро какие красота, гляньте. Ой, супер. Смотрите, что в ведре в мусорном. Это олень. Это подставка, ребята, для фотографий. Вот так вот. Это подставка для фотографии. То есть так ставится в рамочку и получается портрет. Так, дальше тут тарелки. Тут еще что-то. Смотрите, вот это было в мусорном ведре. Вот это вот рамка для фотографии я показывал уже. Такая старинная. Потом вот такая ваза. Смотрите, как сделано красиво. Какая прелесть. Это сирень. Сирень белая, сирень такая розовая. И вот такие часы. Смотрите. На трех ножках. Механические. И были вот такие блюдца. Дальше, ребята, вот такие мусорные пакеты на 20 литров. Боди лосьон. Это лосьон для боди.
Это вот такая штучка интересная, не знаю, что это. И тут к нему идет, по-моему, вот эта штука. Что это такое, непонятно. Это, наверное, знаете, что? Ложка для торта. Да, смотрите. Это такая лопатка, ее надо просто прикрутить. Видите? Это десертная ложка. Не десертная, а вот подавать. Видите, вот так она должна быть. Вот. Это торт подавать. О, упала. Упала. Красивый тут корабль такой. Супер. Пуэр-чай. Я его, знаете, что заберу себе. Мне можно взять все, что я хочу, поэтому я беру себе такой чай. Так, тут еще одна жаба, смотрите. Вот. Это жаба. Ой, а тут одна жаба и вторая. Три жабы, смотрите. Это с ведерком жаба. А это тоже маленькая с очком и маленькая с... Это их дети. То отец и мать, а то двое детей. Вот это вот такие тарелки. Видите, это один сервиз получается. Это кофейный сервиз. С изображением, смотрите, на каждом как бы экспонате нарисованы часы. Старинные часы, марки часов. И написано, какие это часы, когда они сделаны. Вот смотрите, допустим, это кофейник. Это сахарница. На ней совершенно другие часы изображены. Это чашки. На каждой чашке разные часы. Вот, допустим, такие часы. Такие часы. Вот дальше такие вот идут, как с кукушкой, типа. Вот такие старинные часы. На каждой чашке. Вот. Смотрите, какая красота. Такой кофейный сервиз. Потом дальше тут идет Pantene Pro-V. И такая вот салатница. Или для чего-то это. Такая хрустальная штука. А вот это получается блюдца под вот эти вот чашки. Или это просто тарелочки. А это молочник такой. И корзина. Так что вот смотрите, вот такая красота была в этой посылке. Просто шикарно. Собака, и то, и сервиз. И куча всего. Тут еще, кстати, сбоку вижу. Вижу еще что-то сбоку. А-а-а, вон оно что, ребята. Вот оно что. По-моему, это вот так. Да? Или нет? То я сейчас придумаю. Дальше идет вот такой подсвечник. Шикарный. Еще один такой, только другой формы. Идут Ferrero Rocher, это мужчина, что умер, конфеты напекал. Кофе. Вот такой же, как тот. Вот их два. Это таблетки. Какие-то таблетки. Вот таблетки. И мусорные пакеты. Вторая пачка. Это все. Оказывается, не все. Тут еще два таких совочка. И тут еще таблетки. Целые упаковки. Такая штука. О, икона старинная. Божья Матерь. Божья Матерь такая. Очень-очень красивая. Просто шикарно. Это видно старинная-старинная. На куске дерева сделано. Шикарная вещь. Ее надо поставить так. В отдельный уголок, чтобы она стояла. Так, и же с ней. Разные таблетки. А это отсюда. Это его одевается. Это оливки. Еще одна пачка оливки к оливкам. Тут целая сумка сапог. Тут что-то такое
интересная. Боже, это такие на стену светильнички. Видите, как свечка вроде текла. Это с лампочкой надеваются такие два светильника на стену. И еще с такими хрустальными штучками, висюльками. Выглядит это вот так примерно. Вот оно висит на стене. И там вот есть шнурочек. Вот так оно выглядит. Очень красиво, оригинально. Это стиральный порошок. Таких там шарики, короче, шарик бросаешь, и оно стирает. Ариэль. Еще точно такой же Ариэль. И тут, ребята, целая сумка обуви. Разная-разная обувь сложена. Видите, такой порошок кидается в стиралку. Тут сразу три в одном, по-моему. И ополаскиватель, и освежитель. И все. Такие шарики. Очень прикольные, кстати. Не надо сыпать вот этот порошок, дышать им, когда насыпаешь. Ну все, и санит еще есть. Так. Вот это вот такая штука, смотрите. Жар-птица с красными глазами. Смотрите, какая шикарная. Тоже тяжелая-тяжелая. С ума сойти. Такая жар-птица. Боже, как красота! Смотрите. Женщина. Тут рядом собака. Это лампочка, я так понимаю, вставляет и включается в розетку. На такой мраморной штуке. Она сидит, книгу читает, или Библию, или что-то такое. И вот такая бархатная штука. А сюда вставляется лампочка. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Шикарная ваза, или что-то, или там медь, или что-то такое, наверное, медное. Так, теперь смотрите, вот такая штука шикарная. Это конфетница, наверное. Обалденная. Теперь подсвечник один. Вот такой вот. Второй. Это сразу двойной, смотрите, подсвечник. И такой кубок шикарный, смотрите. Обалдеть. Так, ну что, ребята, по-моему, я все посмотрел. Все сумки. Забрав, что мне не понравилось. Остальное теперь пусть новая почта собирает, перебирает и слаживает назад в сумки. Так что все, ребята. Пишу я домой.